Сьогодні вирішив ми поспілкуватися на таку дуже цікаву тему. Вирішив ми готувати таку ось уявну сім'ю до появи першої дитини. Саме для цього ми запросили до нашої бесіди, нашого ранкового гостя. Сьогодні з нами Наталія Рягозова, психолог. Пані Наталія, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Наталія, перше таке питання. Ось деякі психологи вважають, що народження дитини – це така ось криза. Хоча ось в народі кажуть, що поява дитини, вона навпаки зміцнює сім'ю, зміцнює такі ось відносини. Як вважаєте ви? Этот період однозначно кризисний. Вопрос в том, какие отношения в семье и как семья пройдет этот кризис. То есть, если до рождения ребенка это тесные отношения эмоциональные, это готовность пройти все испытания вместе, то этот кризис, он так мягенько пройдет. А если, конечно, были какие-то проблемы, то они усугубятся с рождением ребенка. Потому что до этого, то есть в начале отношений, родители сами себе принадлежали, точнее, еще не были родителями, принадлежал каждый себе, либо друг другу принадлежали. А тут появляется такой самый главный член семьи, вокруг которого начинает вертеться, в общем-то, вся жизнь. Очень часто мама молодая, она уходит с головой в воспитание, в заботу о ребенке, забывает о муже. Мужу не хватает внимания, он начинает отдаляться. Вот поэтому кризисный. Потому что очень много нового, и не каждый готов подстроиться под это новое. Чи потрібно якось ось заздалегідь готуватися до цієї кризи? Можливо, провести якісь бесіди один з іншим? Да, было бы вообще замечательно, если бы родители понимали, что до рождения ребенка, скажем так, все семейные отношения, должны быть сгармонизированы. То есть все проблемы должны быть решены до рождения ребенка, насколько возможно. Желательно обращаться к специалистам, возможно, найти себе семейного психолога, возможно, самостоятельно научиться разговаривать друг с другом. То есть очень важно не просто говорить, а еще и слышать, что тебе отвечают, и как-то на это реагировать. И потом правильно высказывать свою точку зрения, уметь передать эмоции, которые испытываешь, чтобы это все не в виде скандала было и какой-то вспышки. Сели, спокойно поговорили. В таком случае все будет происходить легче. И еще родители должны четко понимать, на что они идут. То есть они должны понимать, что это будут не просто красивые фотосессии с ребенком, это не просто будет умиление, а это будут временные затраты, физические, материальные, очень немалые. Это будут где-то конфликты из-за того, что мама еще не восстановилась после родов, еще гормональные какие-то изменения есть, и потом она физически уставшая, и мама, которая выпадает из социума, она думает о том, что уже муж ей меньше интересуется, она становится раздражительной. И то есть, если супруги друг друга понимают, то будет все гораздо проще. Но к этому действительно нужно подготовиться. Еще такое испытание. Вы сказали еще до останніх таких ось етапів після перших етапів після вагітності, останніх етапів під час вагітності. Всі, так ми звикли вважати, що чоловік – це голова в сім'ї, головний. Але коли підходить час до вагітності або коли жінка народжує, звичайно, всі чоловіки розуміють, що ми ось так от міняємося місцями. Жінка – найголовніше, так? І ви кажете, такі ось сплески гормонів, емоції. Звичайно, що кожен чоловік розуміє, що це треба перетерпіти якось. Можливо, є якась порада для чоловіків, як найкраще це ось перетерпіти? Знаєте, основний совет для мужчин – це розуміти, що це временно. Что это закончится, что вернется опять та же любимая, спокойная и нежная жена, но пока так. Вот пока это нужно просто переждать, поддержать, как-то разгрузить ее, больше помогать с ребенком,
Ну, вот так вот только. Пані Наталі, ну, у мене таке питання більш про бабусь та дідусів. Угу. Чи варто, ось, ну, зрозуміло, буде якісь поради. Чи актуальні наразі у наш час їх слухати? Вже ось такі поради більш старшого покоління. Угу. Ну, здесь вопрос встает о границах тех самых, вот, между поколениями. Конечно же, нужно слушать родителей, но делать самим выводы. Потому что я считаю, что если молодые родители понимают, что бабушка и дедушка – это те люди, которые их вырастили, и, слава богу, они до сих пор живы-здоровы, с ними все хорошо, значит, бабушка и дедушка, наверное, что-то понимают в воспитании, ну, скорее всего. То есть это нужно учитывать. При этом, если бабушка с дедушкой понимают, что они вырастили именно тех детей, здоровых, адекватных, и они в состоянии воспитывать самостоятельно своих детей. То есть если есть вот это вот понимание, то два поколения смогут найти тот самый баланс, когда не будут друг на друга давить и, ну, будет минимум конфликтов. Конечно, прислушиваться нужно, но все-таки главное в воспитании детей – это родители, это не бабушка с дедушкой. Ось, а коли вже ось така йде диктатура своїх правил, можливо, є якась порада молодим батькам, як же все ж таки ось так, ну, дуже лайтово відійти від цих порад? Я думаю, що в першу чергу мама і папа молоді повинні договоритися о якійсь общій лінії поведення по відношенню до дитини. Тобто, якщо вони заодно, то им легче будет отстаивать свои интересы перед бабушками и дедушками. Однозначно, если взгляды родителей отличаются от, ну, радикально отличаются от взглядов бабушек и дедушек на воспитание ребенка, то нужно отстаивать свою точку зрения. Но делать, конечно же, нужно это мягко. То есть где-то поблагодарить свою маму о том, что она вот поделилась таким советом. Но сказать, вот знаешь, а я слышала, что сейчас вот так вот можно еще сделать, а давай попробуем. Да, вот не идти на открытый конфликт, потому что, возможно, бабушка и дедушка говорят очень умные вещи, и нужно это тоже учитывать. Вот. Но если есть своя какая-то четкая позиция, то от нее тоже не отходить. Но опять же, делать мягко, помнить о том, что это ваши родители, ваши близкие, дорогие люди, это во-первых. Ну и во-вторых, если сильно рассориться с бабушкой и дедушкой, они же помогать могут. И прекратить помогать, поэтому, ну, как-то. Пані, да, да. Пані Наталя, ще таку дуже цікаву тему вийшла затронути з вами, ось партнерські полуги. Угу. Вже частіше і частіше ось сімейні пари звертаються до такої ось підтримки. Чи, ну, як ви ось, як психолог вважаєте, чи дійсно це ось така важлива підтримка для жінки під час пологів бачити, ну, свого коханого, другу половинку поряд з собою під час пологів? Так, адже вважають, що для чоловіка це дуже така ось психологічна травма. Угу. А для жінки це не психологічна, ні, травма? Ні, ну зрозуміє. То жінка, а чоловік все ж таки людина. Ну, я согласна. Действительно, женщина больше подготовлена, она к этому готовится с рождения, в общем-то, да, стать мамой. Мужчина к этому не готов вообще, вот к этому процессу. Поэтому действительно может стать травмой, но в том случае, если мужчина, ну, где-то не рассчитал свои силы, например, если он крови боится, да, или если он будет настолько переживать боль жены, что он не в состоянии будет отвечать, собственно, за свое состояние. Да? Если он будет периодически падать под ноги акушеру, да, то, скорее всего, это не будет помощью для супруги. А если пара все взвесила, если это решение совместное, то есть мужа никто не заставлял приходить на эти роды, если они просто решили этот момент жизни вот пережить вместе, потому что, ну, действительно это очень важно, и при этом у них вполне себе гармоничные отношения, то да, мужчина – это хорошая помощь на родах. Это очень важно для женщины. Зрозуміло, пані Наталя, ну, на жаль, у нас часу не так вже багато залишилося, давайте так підкреслимо та поставимо знак дорівняно. Найголовніше в підготовці до появи
першої дитини, це підготуватися вже заздалегідь, так? І партнерські роди тільки якщо чоловік може це все витримати. Звісно. І слухайте все ж таки бабусів та дідусів, але майте ось таке своє рішення на озі. Так, дякуємо, пані Наталі, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадую, що з нами була сьогодні Наталія Рягузова, психолог. І говорили ми на таку тему, як же підготуватися молодій сім'ї до появи першої дитини.